касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, мы видим, они не скрывают западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. Это первое. Второе, что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, пожалуйста, я готов.